Спасибо. Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных на выпускном вечере музыкальной школы. Самым долгожданным и замечательным праздником. Пусть он будет добрым и незабываемым. В этот день наши выпускники прощаются с родной школой. Пришла пора расставаться, но мы надеемся, что их путеводной звездой в жизни станет музыка. Слово для поздравления предоставляется директору школы, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Владимиру Викторовичу Стеценко. Добрый вечер, дорогие друзья. Выпускной вечер, будь то школьная или музыкальная школа, всегда очень торжественное и трогательное событие. Мы сейчас сами видели, как эти 7 лет пролетели академик, какие наши девочки и мальчики были маленькими, такими сейчас юношами, и девушки выпускаются в этом году. Было по-всякому, были удачи, были неуспехи, но наши дети всегда проявляют целеустремленность, желание себя совершенствовать, развиваться. И, конечно, самое главное, что они все у нас любят музыку. Далеко не каждый выпускник становится музыкантом. Но то зерно, которое вложили наши преподаватели, концертмейстеры, администрация, это любовь к жизни, любовь к людям, эстетика, честные взаимоотношения, дружба, они всегда останутся у них в дальнейшей жизни. Музыкальная школа – это очень мощный рычаг воспитания человек как личность, его самоутверждение в жизни с позиции искусства, культуры и, конечно, доброты. Еще раз хочу вас всех поздравить с этим замечательным днем, пожелать вам всего на самого наилучшего, здоровья и успехов в вашей жизни.